огромном зале, в такой замечательный день. Хотим поздравить от всех депутатов вас с праздником, с Днем Матери. А пожелать вам, конечно, в этот период крепкого здоровья, благополучия, тепла и уюта в ваших семьях, любви, счастья, ну, всего-всего самого наилучшего. И чтобы у вас всегда в доме царил уют, тепло и любовь. Здравствуйте, дорогие мамочки. Я очень рада видеть здесь знакомые лица.